встречаем бурными аплодисментами женскую блузу Николетта. Цена 990 рублей, номер лота 30082. Снова премьера, снова новинка. Снова призываю наших телепокупателей обратить внимание именно на это предложение. Потому что премьера и новинка разлетаются в первые же 10 минут презентации. Два великолепных цвета. Бирюзовый, вот сейчас он как раз на нашей демонстрационной вешалке. И розовый цвет на нашем подиуме. Ну, Ань, вот не сказать, что она оригинальная, значит не сказать ничего. Потому что здесь прям много интересных технических деталей. Давай с тобой разберем. И технические детали здесь интересны. Угу. И интересен крой, и интересен принт. Я с тобой полностью согласна. А еще... очень приятная ткань. Она так. Действительно будет приятна к телу. И ты знаешь, по опыту могу тебе сказать, что такие блузы женщины носят как в летний период, в межсезонье и зимой. Они также нам доставляют комфорт. Поэтому сегодня вы можете выбрать сразу две. Смотрятся они по-разному. Один цвет розовый у нас как-то более теплый, да? Так. А бирюзовый, как мы с вами знаем. Слегка прохладный. Слегка прохладный, он омолаживает, он освежает. Ну и, конечно, давайте сразу рассмотрим сам принт. А здесь, во-первых, сочетание сразу две модные тенденции. Ну, конечно, геометрия здесь прослеживается. И круги, и квадраты у нас с вами есть. Это модно, это актуально. Но вот что внутри располагается наших геометрических форм, это тоже заслуживает особого внимания. Кто-то, может быть, увидит здесь восточные какие-то мотивы, кто-то увидит что-то и наше русское. В общем, ты знаешь, любая национальность может углядеть здесь что-то какие-то... что-то родное и теплое для себя. Родное и да. Теплое, абсолютно верно. Поэтому такие принты не знают каких-то ограничений, они вне времени, вне конкуренции, всегда модны и актуальны. Ты знаешь, они не надоедают глазу. Их хочется рассматривать, их хочется наблюдать. Ань, скажи, пожалуйста, я обратил внимание, что здесь присутствуют вот такие две молнии и ткань уже другого цвета. Для чего это сделали, да, вот дизайнер? Да, у нас с вами здесь две ткани-компаньоны. Очень интересно то, что у нас отрезная талия, но при этом остается абсолютно свободная посадка. Посмотри, как здорово придумано. Вот такие вот акценты. Молния, которая вызывает, как бы притягивает взгляд. На бедра. Далее у нас с вами молнии уже нет, но идет абсолютно свободные разрезики. А на фигуре они будут сидеть, вот знаешь, такими клинушками. Ага. А ведь вот такие детали, опять же, работают на нашу стройность. У вас широкие бедра, у вас есть особенности в зоне животика, тогда эта блуза создана для вас. Посмотри, как здорово. Она буквально прочерчивает линию талии, молния, да? Активно прочерчивает линию талии. Вот такие небольшие разрезы, опять же, здорово будет смотреться не только с черной юбкой, но это контрасте. Представляешь, как здорово. Например, сюда подойдет бирюзовая, розовая, серая, в конце концов, даже сиреневые нотки. То есть компаньонов мы можем подобрать действительно большое количество. Размерный ряд у нас тоже неплохой, с 50 по 56. Твои рекомендации здесь, как девочкам правильно подобрать, чтобы смотрелось действительно великолепно? Ну, опять же, если учесть то, что у нас свободный здесь крой, и оверсайз никто не отменял, он по-прежнему в этом сезоне популярно, мы с вами, прежде чем посоветовать размер, посмотрим, насколько здесь комфортные лекала, а уже затем решим, как будем выбирать. Вот смотри, 50 размер, а здесь 52 сантиметра. При выборе размер в размер мы с вами получим все-таки более плотную посадку именно в зоне груди, в плечевой зоне. Поэтому для тех, кто любит свободу, выбирает на один, а то даже на два размера больше. Внимаем советом, делаем именно как рекомендует нам Анна Галкина, а это значит, что вы получите идеальный выбор при дистанционной покупке. Это крайне удобно, потому что теперь вам не нужно стоять в очередях, не нужно тратить время на поиски чего-то идеального. Вот, все подобрано специально для вас. Размерный ряд с 50 по 56. Я хочу обратить внимание, что цена сегодня всего 990 рублей за эту новинку. И Аня хочет показать, так понимаю, степень посадки по линии бедра. А, да, ты знаешь, хорошая длина, 69 сантиметров. Вот как раз чуть-чуть перекрывает зону бедра. Такая длина способствует и коррекции нашей фигуры, и подчеркивает достоинства, и скрывает недостатки. Ань, скажи, пожалуйста, а вот ты говорила о том, что ткань здесь тоже очень интересная. Вот я трогаю, понимаешь, что она абсолютно не мнущаяся. Да, что ткань, за ткань, ткань действительно не мнется за такой тканью. Не только, в такой ткани не только комфортно ходить, но абсолютно просто ухаживать. Небольшой эксперимент мы с вами быстро проведем. Вы представляете, вы целый день в офисе, вы сидите, или сверху у вас накинут жакет. Вам надо его снять. Посмотрите, ваша блуза абсолютно не испортит свой внешний вид. Поэтому, выбирая для себя, учитывайте, что вы еще будете экономить время на уходе за ней. После стирки гладить не надо. Прекрасно. Записываем тогда номер лота 30082. Цена 990 рублей за великолепную блузу.